Вновь к вам с сайта еда-народов. Поздравляю всех с Рождеством Богородицы. И хочу сказать об обращении Господу в благословении пищи. Можно вкусно готовить пищу. Можно. Но прежде необходимо, конечно, обращение, чтобы Господь осветил пищу. Господи, благослови и освети пищу сию, да будет на пользу души и тела нашего. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Крестное знамение имеет огромную силу. И, конечно, оно идет следом за самим присутствием Господа. Оно освещает и изменяет структуру как пищи и воды. И, возможно, кто делает часто крестное благословение, крестное знамение на себе, того, возможно, не касаются многие болезни, которые могли бы у него быть. И более того, пища и структура воды становятся полезной и идет на пользу души и тела. Всех еще раз с праздником Рождества Богородицы. Приходите на сайт, смотрите новые рецепты, смотрите, как украшать блюда, делайте комментарии, сайт еда-народов. Мои наилучшие ко всем пожелания.